привет, и сегодня у нас опять крутки баннера UME. Подписчик ее очень хочет. Крутки получились интересные, я бы сказал, местами даже неожиданные, так что смотри обязательно до конца. А если у тебя много круток, и ты хочешь попасть в видео и покрутить вместе со мной, пиши в ВК или в Дискорде, и я буду рад тебя видеть. Поехали смотреть видос. Привет, Макс. Здорово. Со мной сегодня мой подписчик Максим, и мы будем крутить UME. Чуть не сказал Эолу, смотря на Эолу. Так, чё, крутим прямо здесь? Или есть какие-то ритуалы? Да я обычно присаживаюсь, я тут на брёвнышко и кручу. А, здесь на брёвнышко можно сесть? Да. Так скромно, да? Так, открываем. Стандарт будем крутить? Да, можно докрутить. Все равно не коплю. Ну, давай тогда начнем со стандарта. У тебя что тут по гарантам на стандарте? Давно был? Давно. Я там на него вроде обиделся. А, потому что тебе неместный меч упал? Да. Ясно. Ну, давай посмотрим. Вдруг сейчас фартанет. В любом случае, если что, это дополнительные крутки могут быть. Так, фартануть не фартануло. Ну ладно, для фиолета уже легче. Ну, фиолет-то в любом случае выпадет в десятке. О, Беннет. О, вот это балдежно. Нормально. Уже хорошо, мне уже нравится, как у нас начались крутки. Беннет, это очень клево. У тебя он сколько? С1 хотя бы есть? Нет, нет. А, это первый твой Беннет? Нет, у меня Беннет уже был, это первое созвездие будет. А, вот, так это вообще отлично, это идеально. Это самое, как говорится, первое созвездие на Беннета, это одно из самых нужных. Забавно, что последнее созвездие, это самое ненужное, которое никто не качает. Потому что тогда будет огонь на оружие, и он что-то там как-то с уронами сбивается. Ну шо, поехали тогда в UME. Да. А тут сколько? Вроде 44 надо было докрутить до гаранта. Там 50 на 50, если не ошибаюсь. 50 на 50. А если не UME, то кто? Надеюсь на дилюка. А, ну да, точно, тебе же нужен дилюк. У тебя, насколько помню, пироперсов хороших мало. Нет, они у меня есть, но я ими играть не умею. Это надо их полностью заново пересобирать. А, вон оно что. Ну, поехали. Так. Осаю тебе нужна, кстати, нет? Да, можно. У меня анема не так уж много. Я в свое время, после того, как у меня появились персонажи, я убрал ГГ из пати, я анему персов вообще не использовал. И вот только Кадзуха, когда выпал, я начал использовать анему опять. Я заметил такую фигню. Персонажи, которые я пропускаю, они даже очень-очень хороши. Да, бывает так. А у меня персы, которых я не выбиваю, просто... Ой, точнее, выбиваю, ну типа, ну... Ну, не выбил предыдущего, ну ладно, следующего выбью. Так с Хутао было. Кадзуху я такой, ну... Выпадет, не выпадет, выпал. А он оказался очень даже хороший, Хутао очень хороша. Я такой, может быть, реально игра лучше знает, что мне нужно? Обычно так всегда и происходит. Твою мать, дроп, конечно, говно. Просто. Одна книжка. Что это такое? Игра мне хочет что-то сказать. Что? Что тебе надо играть этими персонажами с катализаторами? Да. Так. Ясно. Дионка. О. Это хорошо. Вроде С2. А Синьянь у тебя сколько? С1 вроде. Ну, значит, в принципе, никакие персонажи не лишние будут. Обана! Это получается, мы сделали третью десятку. А, окей. Поздравляю. Неожиданно. Сразу первая.
Просто. Опять книжка. Просто такая вот, реально, здравствуйте, привет. Ну, кстати, если книжка падает, та, которую я думаю, то я ее на сахар прокачаю. Мне сахароза понравилась. Не, сахароза неплоха. Ну, блин, да что такое? Почему? Что? Почему одна фиолетка и та книжка? Ну, зато ее имея. 50 на 50 выиграть — это зашибись. Балкиваю. Так. И что мы теперь делаем? Докручиваем. Все в Юэмию? Да. Ясно. Оружие тебе не интересно? Не интересно, не коллекционирую. Ясно. Ну, поехали. Оки-доки. Оба. А вот и мелочь. О. Здравствуйте. Прекрасно. Мне реально Саю понравилось больше, чем Юэмия. В тесте. Она как-то играется прикольней. И дамажит такое ощущение, что быстрее. И больше. Мне нравится, как... Когда она катается, она так прикольно смотрится, как будто какой-то мячик. О, две Саю, вообще нормально. Теперь вроде еще и хилит будет. Она в принципе хилит изначально от ударов. Там, ну, то есть надо прокачать ее. Я не помню, по-моему, на 60-м пассивка, наверное, открывается. Она от анимо урона хилит. И ульта у нее в принципе и так хилит, насколько я помню. Она где-то я протыкал. Может быть, я туплю. Я часто туплю. Это мое нормальное состояние. Но в любом случае это клево. Саюшка — это кайф. Такое ощущение, что один и тот же меч три раза. По-моему, там всего два раза. Как по мне, все трехзвездочные оружия не одинаково. О, синьянька. Это хорошо. Физпати, надо будет ее поставить. У тебя есть физпати? Ну да, Эолуш собираю. А, ну да, точно, логично. Разумно, что в Кеоле надо физиков для увеличения физурона. Так. И... Эх, не хочет... Не по гаранту выдавать. Да ты гля. Три оружки одинаковые. Ага, копье Фаония. И это походу все. Да серьезно? Что это за дроп такой? Мы не оружейный крутим. Может, надо было идти в оружейный, чтобы персонажи падали. Так. И... Нет. Не хочет давать. Раньше гаранта не хочет. Так, ну это получается была 40-я где-то. Да ты глянь. Да что такое? Что как-то бедненько. Диона. Уже хоть что-то. Уже не оружие. Что это, блин? 50 на 50, такое все удовольствие. Ну да. Не, ну тут главное, что ты Юэмию выбил. Ну, что она выпала тебе в 50 на 50. Там я же такое, как камень с души упал. Прям 9 гемов останется. И твою налево. Ну давай хотя бы нормальный фиолет, баннер. Хотя бы нормальный фиолет, пожалуйста. Я говорил нормальный фиолет. Ну хоть не оружие, уже тоже хорошо. Оружие в принципе... Баннер говорит под расписку, Юмию получил, иди. Все, хватит с тебя, да? Блин, не. Так-то оружие хорошо фиолетовое, но, блин, тут оружие такое падало. По крайней мере, я бы не знал, куда его пихать. Я не особо кота-лизаторов использую. Я их не собираю. Я вижу одинаково и сразу пробуждаю. Понятно. Ну шо? Так.
Созвездие. А, во, у тебя C2 теперь. А, C2 все-таки, значит, я обманул немножко. C2. C1. C3 будет. Ого. И Саю будет C1. Так. Ну и вот она, твоя красотка. Ну и что мне с тобой делать? Я ж на тебя ничего не копил. А, то есть ты не надеялся ее выбить? Да, я не надеялся ее на самом деле. Ну, вот так вот. Не надеешься, а оно тебе падает. Давай, каковы твои впечатления? Какие пожелания будут смотрящим? Впечатления? Я удивлен. Игра мне впервые, кажется, пожалела. Это твой, что, первый выигранный 50 на 50? Нет, это на тот персонаж, который я очень сильно, на которого я прям потел, зарабатывая при магии. А, то есть ты ее прям очень хотел, а тут это, ты немножко прервался. А что я могу сказать? Если вам игра не хочет давать то, что вы хотите, пускай тогда вам пойдет то, что вам понадобится. Потому что иногда падает то, что вообще даже и понадобиться не может. Да. У меня вот так Альбеда лежит, очень редко используется. Ну что, спасибо тебе за крутки, за контент. Копи еще, приходи еще, буду ждать. Окей. Спасибо за просмотр, вот такие вот круточки получились. Я удивлен был, как мне выпала такая оп, и сразу первая. 50 на 50 это всегда приятно выиграть. А так, сам по себе баннер, ну... Он как-то показал себя средний, 50 на 50, реально, вот, то персонажи, то одно гребаное оружие, и такое, ну, средненькое, я бы так назвал это. Так что, ну, надеюсь, тебе понравилось и было интересно. До скорой встречи.